Сегодня у нас 15 июня 2016 года. Я тут смотрел. Надо что-то посмотреть. Нет, не видел. Не видел тучи, ну ладно. Я слышал, посмотрел. Купи очки, они недорого стоят. Магазинов тут где-то найти. Давай, иди. Ты не вперед движешься, а назад. Дети вокруг толпятся. Грабли оставлял, брат, брало? Грабли оставил. А да, Виталий взял. Там куча с грибами. Начинай руками быстрее собирать. Грабли принес бы. Вот как сонный ходит и самые простые вещи как ногами делает. Кирилл, только нормально держи. Не расслабляйся. Все это мы отвозим на костер. Сейчас покажу, пойду с ними вместе. И там мы будем потом 12 детишек наберется, будем проводить костер. Картошку печь, духовные песнопения петь. Второй рельсик, главное, снимает. Так, минутку, Саш. Отойди в ручку. О. Не взял в руки. Давайте вы... А не понял, а дрова-то где? Ну, они под лавкой, под лавкой. Затащили туда? Да. Вот это ты можешь там убрать? Может. Руками говорили, берите. Я с руками беру. Ну, быстрее, на кружок. Это, Тимофей, сходи, ведерко подними. Заранее должен был. Шарик уронил. Я поставил заранее, забрали. Сколько ты посмотрел? Не важно. Там двое граблей. На все оговорка, я все на месте. Давай. Вот так много. Это не годится так. Значит, надо ведро взять или что-то. Ведро. Тимофей, ведро принеси быстрее. Большое ведро давай сюда. Куда побежал-то? Вот он здесь, возле забора. Что ведра же там не конец. Вон он, у нашей стороны. Маленьким ребятишкам организовать работу правильно уже все не может. Ну какой это руководитель? Так, подожди. Вот это ты можешь взять ведро-то? Это ведро не подойдет у нас. Не подойдет. Оно не подойдет, ведро. Потому, почему? Потому что ты на нее смотришь. У меня подойдет. Для меня подойдет. Она более языком подойдет. Работа мертвая. Ну-ка, отойди, Саранцов. Так, вторую палатку тащи. Палатку вторую надо. Я день не делал. Так, подожди. Что нужно делать? Смотри внимательно сюда. Гляди, отрок. Алло. Гляди, что нужно делать. Прижать, по углам растянуть. Чтоб положил-то не пустую палатку. Теперь вторая рядом. Вот, теперь снова на нее наступаем. Ну, маленько там, пробудите мозги свои. Как-то не стыдно, ничего. Так, давай поближе. Давай, граждан. Отходи, Саранцов. Давай, высыпай. А теперь подгоняйте. Вот, руками это можно грести. Иди вот сюда руками, отгребай. Подгоняй маленько поближе. Держи, не урони. Все, вот отсюда подбирайте. Это что у нас там горит? Сейчас у нас еще... Тимофей, ты что стоишь-то? Ну-ка давай помогай. Вот стал, главное, стоит. Давай. Отойди, вот сюда подойди, в эту сторону. И начни. Работайте быстро, красиво, интересно, чтобы было. Бери, круто, бери, Тимофей. Ну что встал-то? Таскай к тачке. Кто-то стоит, смотрит. Это из ведра выпало, вот это вот. Где надо отложить? Так, она не там, это на шею напишет. Давай, Филипп. Пошел. Там пора. Аккуратней, аккуратней. Пошел. По углам. Ты не кучу ложи, а кверху. Вот так распереди, чтобы больше вошло. Так, еще палатку одну. Вы знаете, где палатка? Так. Складывайте. Ведра где? Вот они, ведра. Вот. Пустые, что сходили. Ну зайди, Нестор, зайди. Так, а веревка-то где?
А веревку даже не вытащишь. О, спасибо. Так. Я тебе говорю, сделай ползан, чтобы она была квадратная. И ты все пирамиды через 2 минуты, уже тебя ничего не ложит. Ты возишься 10-ю часть. Ты проверишь в один день, как предприниматель. Приучи детей делать так, чтобы после них никто не мог ничего сказать. Так. Все. Давай. Пошел, быстро. Скорее нагребай себе. Работа должна сидеть, а не просто стоять, как ждать, когда завтрак приготовят. Давай. Подходите сюда. Маша, Софья, так, подойдите. Маша, сюда идите. Софья. Все палатки заворачивайте. Подходите, подходите. Давайте бегом. Возьми. Так, а еще тут девушки ходят. Кору собирает. Идите сюда, повезете сейчас. Оттуда вас повезут. А, держи. Софья, платок-то поправь. Во. Сюда, Маша, идите. Сейчас мы умотаем ее и все. Она несколько раз больше ведет, что сразу. Держи. Держи. Натягивай. Натягивай. Прижимай к этому. Перехватывай. Так. Вот здесь вот за это, за самый низ. О! Натягивай крепче. Ребенок видит, что ты работаешь. Он же все фиксирует. Держи туда. Теперь поверху. Во! По-мужицки, по-настоящему. А тебе что завязали-то? Ну-ка держи. Развязать надо. Вот это, натягивай веревку там, чтобы тут отпусти. Тут вы возите, вы даже не видите, что здесь завязано. А на это не нужно завязка. Все, что ты делаешь, это для будущего. Нас не будет, а они будут знать. Ага, а бы как работать сонным не пойдет. Софья, куда пошла? Ты никогда куда ничего пошла? Не создашь, ничего не будет у тебя. Ни шалаша не построишь. Так, давай, натягивай еще. Хорош, постой. Вот давай теперь, все. Смотри. Как? Ну, у нас вверху может маленько рассыпаться. А чтобы не рассыпалось, мы кого-то посадим сейчас наверх. Соня Маша, Соня Маша, Соня Маша, Соня Маша, давайте Соня Маша. Кого? Соня Маша, Соня Маша. Нет, они упадут. Ловкий у нас Андрей. Они куда на меня? Андрюша, давай, нет, они упадут. Не-не-не, тут... Лучше, если не удержит, тут залазь. На колесо становись. Давай, давай. А как он не залезет? Да он держит же в углом. Так, теперь лесок повернись туда. Ты старайся так, ноги вот сюда положи, просто ляжь на них. С тобой продай. Не так. На живот, на живот. На живот, лядь. На живот. Во! Держи теперь, чтобы они не рассыпались. Прижми кору. Все. Вот он держит. Так, берегите ноги. Пошли. Ноги берегите. Ноги раздвинь немножко. Во. Пошел. Так, девочки, идите туда, оттуда вас повезут. Помогайте, помогайте так. Толкать. Подожди, а куда вам проехать-то? Дороги-то нету. Да, мы там. А, вон там, ну давайте. Идите, оттуда поедете. Давайте, быстрее. Слушай, где вы стали-то? Во. Так, ну вы можете остаться. Может... Прося! Прося, ты останься. Андрей.
Прося, забери ведро, пожалуйста. Так, толкай. Это, что стоишь-то рядом? Ну-ка, быстрее, тележки. Помогай толкай. Софья, помогай толкай. Хоть одной рукой, но толкайте. Все. Андрей, он напоминает клеща, который вцепился, разбух. Лежит. Прям под руки лезет. Прям. А поворачивай, поворачивай, брат. Поворачивай. Никита, поворачивайся, поворачивай уже. Софья, ну-ка помогай, помогай давай. Что ты? Тяжело же им тащить-то. А так, глядишь, ты будешь. О, ну какие молодцы-то. Стараются. Еще, придумали, следующий сезон, я тебя не утащу. Наши валы лагерные. Она больше, чем моя. И что, ну я... Ты еще соедини массу коляски. Андрей, крепко держи. Андрей, давай там. У нас новая веревка есть. Ну, Тимофей, ты позади. На спуске ты. Влезет, как он. Коршун летает уже. Красавец наш. Три человека в одном. Да. Первое. Здесь Володя. Раб камеры. Он. Второй повар, третий. Пекарь. Пекарь назвал. Ты не заходил в телер? А? Я за студию не заходил в телер. Да. Испек, да, в 2 часа ночи лег спать только. А в 4 уже 40 встал. Сколько выходит, я проспал? А? Слушай, это... Вика, сколько я проспал? 2 часа лег, а в 4.40 встал уже. 2 часа 40 минут. Вот так Господь дает крепости, когда молишься. Так, тихо, Маша, не подать. Сколько комаров-то у Кирилла на спине. Да и у дяди Никиты тоже много. А раньше мы сюда ходили за водой. Каждое утро, представьте. Там... Там... Без всяких ё-моё. Там-то вы где ходите, там трава низкая, там еще меньше комаров. Тут-то вообще их тьма тьмущая вот была. Вот, Вовчик, вот это заходить отсюда. Это далеко так. Далеко, да. И трава была еще выше. Комары заедали. Комары заедали, сыро было. Вот воробей уже нас встречает. Сидит на веточке. Вот он наш, где мы проводим костер. Песнопения поются, Господа славим. О, все как заросло. Поприще большое. Поприще нас здесь ждет большое. Братья.
Ребята, травы много. Еще на себя немножко. Так, под тележку не лезьте. Отошли, маленькие все, в сторону. А нам же надо так. Подержать. Да. Подожди. Все, Кирилл, держи. Держать полегче, чем. Да. Смотри, ты тяжелый. Дальше повезем девочек маленьких. А у тебя Вика. И Вика тоже. Чего нет-то? Нет. Чего ты не любишь свою сестренку? Они просто так сюда пошли, они даже не помогали. Ну как не помогали, они сзади тележку поддерживали. Вам сзади еще даже сложнее, она вниз давит постоянно. Чего вы такие? Потом повезем ее, сначала может Соню хотя бы не увезти. Бедный Кирилл, насколько он слабый у нас оказывается. Нет, я беру с той стороны палатку. Одну, по одной будем. О, видите, как дядя Игнатий придумал. Легко спалил. Нет. Вот запоминайте опыт. Вам передали, как возить надо бересту. Ну что, за это, забрасывайте в телегу. И девочки, давайте, а вы сюда. Кирилл, можно я? Так, залазим. Девочки, помогай, Нестор, подсаживай всех. Иди. Кирилл, держи только нормально, чтобы не опрокинуть. Залазьте. Ты со мной. Софья, залазь. Ну что ты, зачем? Это, брат, помоги, а то... Ну забыл ее все! Да я же я рабочий, я не воспитатель. Ну так что, подсобить-то какая разница? Что ты воспитатель, не воспитатель? Помоги! Дядя Кит, я ее долго не помогу. Я говорит, рабочий. Она есть. Раз. Да. Еще легкая. Садитесь. И Вика, давай ты последняя. Иначе девочки будут плакать. Так, где за борта держимся, чтобы не вывалиться? Не, ну вперед, больше вперед, потому что назад нельзя, сломается снова. Ага. Подвинь вперед их сюда. Так. И лицом к движению посидят. Маша, сюда повернись, вот так поближе, во. Сонь, повернись, пожалуйста. Все. Смотри. Все, погнали. Ну все, братья, вперед. Маша, даже... Так, помогай, Тимофей, не стой. Опять травинку смотри. Уже теребит. Да не ты тут говоришь. Ну что такое? Так, ноги... Веревку не положили. Веревку положи. Тимофей, что стоишь-то? Помогай. Тимофей ничем не помогает. Тимофей вообще спит, постоянно ходит. Давай сзади толкай, помогай. Везем невест на выданье. Рано еще. С их приданным, которого не видать даже. Ну как вам? Нравится? Хорошо, да. Что вас возят-то? Очень нравится. Маша застеснялась даже. Спряталась. Краснеет уже. И Софья тоже. Мне очень нравится конем работать. Конем? Ну что, у тебя такая есть возможность будет все лето работать. Какую сидушку? Это соединяет старую с новой. А на нем оглобли. Не, вообще-то это для другого, это, чтобы можно было обослаживать осыпь в прошлом году. Что складывать? Осыпь. Угу. Девочкам нравится носить. Только будьте внизу, оставайте ее крепче. Я не могу даже потащить. Так, толкаем, Тимофей, помогай, напрягись хоть немного-то, свою богатырскую силу-то покажи. А то один Кирилл уперся и все. Так, Никита и Нестор. Ребята, стой, садись. Нестор, ну ты что, отпустил? Так, Нестор размялся, вперед.
Так куда, вот где Игнатьевна идет, туда поворачивайте. Туда поворачивайте. Да? Конечно, на Игнатьевна еще поворачивай. Не, Кирилл, я говорю, поворачивай. Да. Че такие непослушные это? Зачем такой круг делать, идти? Ну как там, да? Шире шаг, шире шаг, Кирилл. Быстрей! Я там на дороге поворот делал, бегай туда и там остановись. Вон там я вы дальше туда. Найди, где поворот был. Лежите туда. Лево, левее бери, левее, не туда. Левее! Вот туда беги. Где из лагеря поворот сделали? Ты в прошлом году мне эту мороку наводил. Зачем ты сейчас туда детей потащил? Дорога там, дорога идет. В Москве дорога очень хорошая на Красной площади. Ты глянь вот сюда, посмотри внимательно, гляди. Вот это вот дети работают. Вот это лагерь, подними руки, ровно, вот он где, вот куда идти надо. Куда тебе сатана попер? Куда ты пошел, а? Туда, где поворот был, поворот от дороги. Ну найди, прямо по дороге иди. По дороге, где вы шли? Ему это не сделать никогда уже. Так, ты понял, что я хотел сказать? Да, вы дорогу. Сейчас где шли поворот? Он будет стоять, иди. Там след от телеги. Он должен был сфотографировать. Бегом, беги, где поворот был. Ну, гляди маленько-то. Вот они, столбы прямо идут. Вот дорога. Какая тебе дорога? Глянь, на низ, глянь. Это дорога. Большая дорога. Но тут мы напрямую не можем пройти. Значит, по неволе вот этот уголок надо сделать. Ты гляди, куда ты заволок. Потом это, в прошлом году то же самое ты делал. Ты детей мне портишь. Гляди, куда ты уволок. С грузом у тебя сатана попер. В прошлом году то же самое. Вот там прямая дорога. Вот я стою руки. Все. Ты должен... Ну теперь гляди, где он находится. Гляди. И это ты туда с грузом и шел. Какая тебе нечистая сила. Ну, если сейчас это померить, оттуда до него, до лагеря, от лагеря. Примерно одинаково. Одинаково, да? Ну... Значит, треугольник и прямая одинаково. Ты в школе не учился? Две стороны треугольника всегда больше одной стороны. Сейчас открыла расстояние от мери до лагеря и от нас. Да не надо мерить, и так понятно. Ты представь, вон куда идти, что мерить, то когда видно, что это треугольник. Равнобедренный треугольник. И две стороны треугольника у тебя такие же самые. Ты ничего не понимаешь и защищать начинаешь. Вот дорога где, вот. И оттуда могли посадить так под колеса, не попадите, бегом идти. Самое простенькое, все из куроса, вперед. Вот, ну видно где, гляди, прямо вот за столбом, вот она, выбита. Никита, ну бегом не веди, пока. Куда пошел? Куда пошел? Вот дорога пока, вот. Теперь ты вокруг пошел. Дорога. Неправда, что это? Ну неправда, еще говорю, что будет. Ты уже сейчас загнал, куда вот эта дорога, куда? А куда там дорога? Лучше. Где лучше? Ну, там микроедем, там выезжай. Самое простое дело, да, вывернуть, не рад ничему. Я говорил, вот здесь надо убрать бревна. Домой. Вот видишь, сколько лишнего делать. А чтобы лишнего не было, надо убрать все с дороги. Сейчас мы разберем. Все, я показал, как грузить. Грузите. Он научился оговариваться. Шарик. Пошел у Романа там по одной травинке рвет. Вот так вот. А то потом только пойдет туда. Что, интересно? Так, Кирилл, помогай, выгружай их, наши девицы. Смотри, как мы сейчас разберем сейчас дорогу. Так, что стоим? Андрей, помогай все везде. Тонкие убирайте с дороги. А? Я вот...
тонкие-то они могут убирать какими-нибудь. Я уберу это. Уберете? Он не будет убирать, он дорогу загромоздит, а дальше нет. Пока не надо. Веревку из-под колеса вытащите. Так, смотри, чтобы быстро дверь нагружать. А то любой может держать, Никита, а дай в руки. Вот на нижнюю палатка-то не нужна, подожди. Убрать ее. Я говорю, убрать, а вы палите. Смотрите. Как только ровных края сделаете здесь, так сразу палатка, вторая, третья. Пока не там все. Ну, девочки, понравилось вам? Да. Как вы проехали, на какой пошли? Я говорю, они как девица на выданье везут их. Я говорю, они как девица на выданье везут их. Но. Берите хорошки. Вот это можно не трогать потом. Вот эти дрова, а можно дальше. Положи грабли, кверх ногами, переверни их, а то ногу повредите. Тимофей, ты работай давай. Да, ну опять уже стоит. Что такое лентяй-то? Углы надо, чтобы... Так, Андрей, расправляй сразу в угол. В угол. Расправляй то, что из ведра вывалил. Загоняй. Разровняйте кучки-то по углам немножко, разровняйте у вас. Землю-то не бросайте, земля не горит. Тимофей, по одной щепке собирать не надо. Ты кучу взял и принес. Делай, чтобы она шире бегала, не кучей. Чтобы можно было видеть, что она плоская. Размазываю. Так, обожди. Она у тебя вот уже такая кипора обрезана. Где? Где? А ты вот это-то мог натянуть, нет? Или все знаешь это? Чтобы углы у тебя были. А ты здесь смотри, как ты ее уже завалил. Ну там я тебя второй год учу. Смотри, что сделал ты. То есть ты совершенно вперед на полминуты не думаешь. Еще дальше будет, а ничего нет. Вот теперь мы разбиваем. Теперь вот куда уже пошел. Вот сколько ты украл. Так, отойди. Ты не будешь делать так, почему? Оговариваешься. Раз оговариваешься, значит застропали у нас. Открывай. Следи внимательно, Никита. Сейчас открой повыше еще сделал бы. А так. Сено возьмем точно так же. Вот она, видишь, у нас такая широкая площадка. Вторую такую же сделай, третью. Единый, здоровый дядька, не знаю, как правильно сделать. Так, скажи ко мне. Так, кучку взяли, понесли, кучку взяли, понесли. Тимофей, что так долго возишься? Взял, принес,
Вот, смотри. Подойди сюда, Николай Андреевич, подойди. Иду. Подойди сюда. Да. Вот, види. Что тут можно сделать? Подойди. Мы сократили. Подойди. Вот прямую идет. Кроме того, сейчас вот здесь мы убираем только это, прямо на месте разворачивать и пошел на прямую. А это ничего не значит для тебя. Ты вон куда-то в толбу их увел. Вот. Кто-то забросал, Антипинович. Человек это не придумать. Мы тут не могли проехать. Все, все понятно. Кто-то набросал, а кто-то бы убрал. Понимаешь, на все ответ можно найти, но ничего не будет сделано. Привыкли болтать. Все. Так, ходите больше. Ведра возьмите, ведра. Где вы ведра? Где второй ведра? Так, иди. Землю, черноземную надо. Так, давайте ведра. Быстрее. Делать надо все быстро, как советская власть учила. Разболтались при этой демократии. Живут бедно. Ну, смотри, как интересно работать. Вот ведро есть. Палатку давай, следующую. Да, еще одну. Так, быстрее выбирай все. Так, выйди отсюда. Так, подожди, еще шиворот. Так, уходите отсюда. Вот дырка. В эту дырку влезти надо. Влезешь в нее, нет? Вполне. Ну-ка попробуй. Так, подожди, ничего не надо пока, подожди. Подними, не запутывай. Я сложил тут ее. Подними, я говорю, сейчас повезут. Сейчас повезут, по веревке поедут. Еще получится. Так, сторонку. Веревку забрать. Да он попробует. Хочет дырочку пролезти. Ну-ка. Попробовать хочет. Кирилл, направляй сюда. Прямо иди, прямо. Поворачивай. Отойди. Толкай сюда. Пройдет, нет? Пройдет. Ну что, собираем еще? Сейчас щепки соберете. Давай так же. Выезжай. Посмотри, сколько мы сэкономили. Ни туда не поехали, ни сюда. Все, разворачивай. Да, да, да. Так, теперь вот сюда разворачивай. Кирилл, тебе надо. Крепче, чтобы не уронить. Все. Подержи. Так, девочки, помогайте. Все. О, вон там. 55 уже включай. Смотри, Никита. Вот так сделай, чтобы нигде не было кучи. Вот сюда подойди, гляди. Вот уже сколько пространства уже сожрало. Кто-то положил, я не успел посмотреть. Ну, ты-то для чего есть? Ты все время добавил. Подожди. То есть ты сторонний наблюдатель, это же дети малые. Пошел. Быстро. Все, это разберем мы. Разберем, давай. Вот так. Постой, вон там еще. Держи. На кого? Так, смотри, осторожно. Я не ведро. Вы там буквально сидите. Вот они мои хорошие. Работнички мои, а? Да где таких работников найдешь? Послал же нам Бог таких страдальцев. Вы вместе со мной будете здесь страдать. Палка. Давайте. Ровно на кладу. Потом соберем остатки. Так, щищу пока не брал. Так, подождите. Давай щищу. Давай быстрее. Вот эту заверни палатку. Давай, щищу. Подожди пока, больше не надо. Подожди. Вот так. Назад положи. Ксюша, не надо, не надо. Давайте, вот, вот ветки, ветки. Поперем вдоль. Это все на костер пойдет. Давай. Понемножку бери, Нестор, понемножку. Давай. Так, вот так. Стой пока, карауль. Потом поедешь. Давай. Да какая гнёт. Надо сделать чуть-чуть сначала подберёг, чтобы шире было. Давай. Там много еще. Да, много. Давай. Все за раз увидел. Она не тяжелая. Ну, потом не подавай, запущи. Ну.
Так, Тимоша, отойди в сторонку. В стороночку отойди, чтобы тебя не ткнули. Тимофей, отойди, отойди. Еще. Давай. Может, ей юбку там подвязать надо, или что? Что надо сползать? Пойдем. Пока остальные не мешают. Мы сейчас покажем, как туда. Давай. О, клади вот так вот, в направлении. Вот видите, как дядя Никита хорошо работает. Его надо только разогнать, разогреть. А дальше дело пойдет. Теперь как-то я положу, уже по вдоль. Снимай назад. Я сказал, теперь пойдем по вдоль. Разберешь. Ну, очень даже разберешь. Она упадет, надо перевязку сделать. Не разберешь, потому что городской житель. Дурнее, наверное, ничего не придумали. Жизнь свою не могут обиходить. Давайте. Вот сейчас как выложили слой, то опять поперек. Вот смотри, сколько мы коры набрали. И столько нет. А мы взять вперед бегать, или еще нету. Пустое место. Вот, опять. Давай. Давай, неси. Вот так, клади, вдоль. Так, еще. Давайте, еще, еще. Так, подожди, пожалуйста, отойди. Бояться не надо. Вот это гнилье туда. Давай. Бери, скорее тащите. Маленькие могут отойти, подождать. Так, вот сейчас сверху никого не надо, потому что щеща хорошо притягивается. Куда там? Давай. Никита, грабли не нужны, посадь. Совершенно не нужны. Подожди. Ну подавай вот эти вот, щещу подавай. Положи грабли. Давай. Хочешь, чтобы держать скорость? Да. Аккуратно, друг друга Ксюша, отойдите. Это рукава разогни мне, пожалуйста. Вот у нас на костер рукава разогни. Сейчас и будет 12 человек в лагере. 12. Ребятишек. Тогда будет костер. Точно. Моих не хватает еще у них. Давай. Спасибо, Христос. Так. Все, пока. Погрузка закончена. Никита, держи. Заглубь, хватай. Притягивай. Все, 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 место. Положи. О, чуть-чуть побывали. Поддерживай кучу, чтобы не свалилось. Держите. Телегу держите и кучу держите, чтобы не свалилось. Сейчас, минутку. На, все, бери. Бери там. Вот здесь. Затягивай. Так, маленько в сторонку. Затягивай и привязывай. Все, дальше она не пойдет. Или хватит еще? Ну, тащи дальше. Нет, не хватит. За это, за середину. За оба в дюбере, чтобы мне не соскользнуло. За оба же беру, на тебе. Затягивай. На одну петлю там завяжи и все. Узел не надо, петлей. Петлей. Это уже не сделать, да? Так, все, поехали. Покажи дорогу прямую. Где? Так, подожди. Вот посмотри, Володя. Вот ты здесь, смотри, мы сэкономили вот сколько поворотов, ни одного нет. Покажи, куда вести. Не в деревню вести, ты повез в деревню, вон туда, вон. А вот, на 90 градусов в сторону, это все равно. Это глаза надо в другом месте иметь. Вот идти, прямо по столбам. Она видно, даже маленько протяпана. И только выйти на дорогу, а дальше там одна дорожка, там овраг он не даст. Вперед. Ноги. Все. Идите, девочки, оттуда прокатите. Тимошу всех посадите. Давай. Вот такой разгон. Посмотри, что делает. Сейчас я тебе покажу.
Пришел Роман по одной травинке, дергается-то и сидит. Иди. Вот здесь подмели. Летарий подмел. Подмел, вынести не может. Теперь выносит. Вот замели. Так, это. Роман, подойди-ка сюда. Я когда сейчас ушел, ты сюда подходил? А зачем? Я сказал, там делать, а ты пришел сюда на этот конец. Зачем? Надо делать. А? А Владимир говорил, что... Тебе не надо рассуждать, это приказ. Ты в армии служил? Нет. В тюрьме был? Нет. Ну, значит, бить тебя надо, больше ничего не надо. Я пошел и сказал, вот этот край, он сидит по травинке вот так вот дергает. Я только спустился, вот это вот его сейчас, что он делает. Остальное я вырываю. И сказал, вот этот край не задевай. Вот тот край. Прихожу, уже нету. Я сказал, вот эти столбы, они обросшие травой, они гниют. Ветер не проходит. Вон он, смотри, где идет уже. Прямо-то. А он еще шел в тот конец деревни. И он считает это одинаково. Ну что тут спрашивают? Что-то с мозгами не то. Так, подожди, подожди. Тебе я дал задание вокруг этих столбов. Пошел, сказал, вот столбы. Я не стал переспрашивать. Теперь буду все время переспрашивать и смотреть. Зачем ты туда пошел, когда я сказал не трогать? Тебе никогда не объяснить. А это уже накладывает отпечаток на наши отношения. Владимир сказал. А? Владимир сказал там очищать тоже. Я сказал, вот, да, оставил угол. И говорю, этот угол не трогать. У меня особый замысел на него был. А теперь вот это вот вокруг. Тебе там нужно что делать? Все вокруг обобрать так, чтобы чисто было. Я тебе показал как. Ну давай дальше. Сухой травой все это выдать, а потом вынести. Все. Вот сколько здесь опор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это все надо обобрать. И все столбы обобрать. У тебя именно сюда столбы. Вот это не понятно. Сказал, а меня бы сейчас спросили, ты думаешь, где Роман работает? Ну где сказал? Прихожу, умылся, нету. Ты даже не дрогнул, ничего пошел. Моя фраза, почему у тебя в мозгах не застряла? Я тебе дал работу поза глаза, до обеда хватит. Только я ушел, ты опять вернулся. Самость. Самость — это главное, что не дает человеку познать Христа, как должно. Отвергнись себя. Вот это и есть отвергнись. У тебя не надо замысла, за тебя думают здесь. А я считаю, не надо считать. Если бы войну каждый считал, то войны не выиграна была бы. Там вверху считать, в главке. А мы здесь уже минимум только 45-й год. И у нас опыт есть. Для себя это заруби. Сказали, если что-то не так, переспроси. Посмотри, где трактор. Он пашет, видать, нет его, далеко скрывается. За деревьями. Все, не видать уже. Ну теперь иди сюда дальше. Раз ты уже лез в этот труд. Вот сейчас пройди со стороны, пройди вдоль ограды, чтобы травинки не было вокруг ограды. А потом это куда перекинешь, все. Все, приходи. Вырываю до конца, а потом это туда перекинешь. Люди посмотрят, тоталитарный режим, гуру. А что, а они еще не делают, которые это сидят там, гурконят. Понимаете, ни одного ребенка нет чужого, а их надо обеспечить. Представьте, ни одного рубля нету. Вот нынче приехал, на молоко нету, пенсию вложил, ничего нету, не могу рассчитаться. А ничего, вчера ночью уже к вечеру прислали еще одну девочку, за которую заплатили. Так, с этих, которые заплатили, это тоже входит в это. 500 тебе, потому что я не отдал должник, а я свои деньги заплатил. И 500 дашь мне, за топальки заплатили. Все, мне надо Валентине отдать. Я не могу с долгами рассчитаться, я в долгах, я никогда не бывал в долгах. А в этом году целую 1000 задолжал. Так еще больше, нет, мне не надо спрашивать. Мне, если дали деньги, я знаю их назначение. И без назначений они никуда не уйдут. У меня 3 пруда надо делать. Тракторист. Он в прошлом году поработал, сколько он, 8 дней, кажется, было, или 7 дней, 8 дней, 110 тысяч отдай. Не тысяч, а пенсия 6523. Так, ты знаешь куда? Вон, крапива, иди туда. Я тебе дай
Петрович показал, куда тащить, а ты все равно пошел туда. Гляди, у нас яма же там есть специальная. Я сказал, вон крапива, самые густые кусты. Хорошо. Показал туда, пошел туда. Я что могу сделать? Этому показал, а работай там, он пришел сюда. Надо везти туда. Колесников попер в деревню. Ну тут на глазах степь, это не горы. Вот он сейчас где-то развалит, я же не смотрю. Правильно или неправильно, отойди. Так, как будут брать? Как палатки? Вот не смотрят, ребенок заскочил между оглоблями. И зачем ты между оглоблями маленького ребенка поставил? Ты не знаю. Это он упал, и ему по ноге проехали. Он упал под колесами. Ну ладно, тащим. Закричал, остановились. А что? А я не знал, что он упадет. Ты не знал, что ты родился. Ну ты родился. Ты узнал это? Я не знал. Так ну еще мозги тогда даны. Ты вперед, если не думаешь, они не нужны. Эта скотина, она не думает, что дальше будет. И то она приглядывается, отступает, зайду, меня поймают, и вот у меня собаки на улице кормлю, в ограду не могу заманить. Всю зиму кормлю и не могу заманить. А если я ворота закрою, а ей не выскочить. А дальше что? На унты летчикам. Я не посмотрел. Подними, что ты волоком тащишь? Объясни, почему ты волоком палатку тащил? Волоком. Вернись назад. Волоком. Ну. Ну как ты ее тащил? Покажи. Ну вот, за собой. Ну, вот так вот, тащи. Чтоб от пыли она... А? От пыли там. От пыли? Да. Пыли где у тебя? В мозгах? Пыли. От пыли вот как. А ты освободил? Нет, конечно. Я мгновенно ответил от пыли. От пыли вот как освобождает. Так, с какого места ты тащил ее? Откуда? Оттуда. Прям? Бегом туда и обратно. С ней? Туда и обратно. Я тебя научу свободу любить. Ага, в первую. А я говорил ему в середку как можно дальше. Теперь слушай, какие твои ошибки здесь? Я говорил, ты найди самый густой куст как можно дальше, а ты прямо около края вывалил. Почему? Mm-hmm. Все, бу-бу. Не около края гнать их. Ну рядом, а крапива. Я зашел туда. Крапива вон где. Ты должен был уйти, чтобы духу ее здесь не было. Я тебе сказал. А ты прошел бы еще 50-то шагов. Оно по-другому выглядело. Свернул ее, стряхнул, взял. Все наоборот делаете. И вам не стыдно ничего. И чтобы жена тебя любила. Да кому ты нужен, подкаблучник? Юбочник позорный. Потом один развод, второй уже перестал. А который не... Я говорю, а сколько у тебя их было? Да я не знаю, 18 помню. 18 помнит. Другой, я говорю, а тебя сколько? 48 женщин он фиксировал. Вот этот лучше, математику знает. Ну и что, везде одинаково. Все одинаково. Черная космическая дыра засосала. Лев Толстой описывает, говорит, один там какой-то дворянин, старый уже, говорит, ой, говорит, сон такой страшный видел. Гляжу, говорит, большие холмы, два холма. Я иду и не могу никуда вернуться, меня тянет и тянет. Я туда иду, а слышу, говорит, как вот ноздря Айтона, там у Беляева, затягивает. А когда подошел, а эта женщина лежит, это ее груди и задница в ней. А Лев Толстой говорит, это я верю. Верю, такой сон мог присниться, потому что ты этим жил. Барин, который, вон он, гляди, урок проводит Колесников. Ему надо быстро вернуться, но раз сказали быстро, он теперь будет их там мырыжить. Понимаете, вот все делайте не так. Этому сказал, там он пришел, он здесь рвал. Четко и ясно сказал, вот этот угол не задевать, он не нужен. Сама. Я прихожу, тут восток. А вокруг этого еще не трону. Вот вас уже трое таких. И на троих я один. Вот этого выправил. Вот это колесико связано. Пащенко, положи. Я его никак не хотел принимать. Беглец. А сейчас отдаю всю должность ему. Подписал дом ему, имущество, все. Почему? Выработка. А еще на каждом шагу ошибки делает. А почему ты вчера так сделал? Не знаю, рыбу ловят, я не знаю, где эти гальяны. А почему ты вчера не сделал это? Да как-то не подумал, думать надо, Володя. Думать. Нам доверили детей, и мы должны их многому научить, сохранить. Вон они опять, да заметь, вот дошли и опять остановились. Почему? Колесников. Колесников, потому что он не может, чтобы нормально быстро сделать. Вот какие-то выверты, я не верю, чтобы
у всех одинаково выворачивал без учителя. Кто-то учит этому, а никто не учил. А я знаю, невидимый учитель. Вот это он делает. Ты шел мимо, вот это лежит деревяшка, видел? Видел. Ну, только что увидел. А так не видел? Нет. Вот заметь. Вот говорит. Вот это лежит, он ее не видел. Он туда и сюда прошел, он ее не видел. Почему? Слепой. Ты должен увидеть колеса, они любят прыгать. Около колес, Роман, около колес потом вот здесь вырвешь, чтобы колеса были видны, они прыгают на них. Тащи ее. Сейчас увидел. Вот идет мимо, представь, столб прошел мимо туда, он лежит. Он не нужен. Ребенок ударится об него. А где-то футбольный столб. Тащи его туда, где пилят. Во! Это себе как раз по мозгам. Самое то, что надо. А как идет? Тогда еще бежал, говорю, веди как бегут. И наблюдай сейчас за мной. Я сейчас навстречу к нему пойду. Возьмешь палатку. Так, я побежал к ним. А ты, Володя, смотри. Шарик, это нравится. Ну все, время. Вот смотри. Без 28. Так, в Индии рикши на велосипедах проще, а шагом никто не ходит. В Китае все бегают бегом. Ну что, вздуло вас? Показал, туда дошел, быстренько, как можно быстрее. Каждый раз, когда едешь, чтобы быстрее, чем предыдущее было. Ты слышишь? Или что-то у тебя там высокоумие какое? Нет, вовсе нет. У нас дали кителя, а на них звезды, надо было стирать. Так вот, на одну звездочку тратили 20 минут. Напильником спилить ее. Да, много. Я сразу пристроил, 45 секунд стало уходить. И дети это понимают. Платятся за выработку, а не за то, что ты будешь стоять и ему показывать, смотри, куда морду отворачивает. Зачем это? Вот она прямая дорога. Короче. Ну тебе понятно? Да. Он поволок сначала вон туда, к тому столбу, потом развернул туда. Это ведь одинаково. Ну, одинаково или не одинаково? Нет, поворот. Все дети знают, а ты не знаешь. И портишь ты детишкам мозги. Кто-то забросал тут дровами дорогу. Ну, да? Не в этом дело. А я вспомнил, кто. Ну ты вот где вышел, вот. Ты вышел вот. Теперь-то зачем пошел туда? Да. Видишь, идет туда зачем пошел? Ты вот прям вывернул бы и все. Ну еще дальше, смотри на него, Володя. Зачем ты пошел туда? А там дорога. Сорока дорогу ищет. Хвосту своему. Вот она, прямая. Чтобы ни одного метра лишнего не было. А тогда, а теперь бегом. Вот дальше прибежал, побежали. Сейчас лежу, идут опять. Володя, сейчас я побежал опять к ним. Мне надо бегать, мне 77 лет. Тебе 27. Надо ходить вот так вот. Вот. Как вы идете? Нога за ногу заплетается. Почему они научатся? Так, мыть руки за стол.
Давайте я его опять. Так, положу. Палатки взять надо. Так, палатки. Похлопайтесь. Готовьтесь. Я упарился с ним. Уже спина мокрая. Давайте туда. О, смотри, постойте, мой руки грязь. Что ты растираешь? Иди мой, нормально мыть руки. Так, все, Маша, иди, умывай руки. Сам лезет тебе, да? Он любит, когда его ласкает. Все, все, если помыла руки, не прикасайся, все. Дом? Шарик, ты же радостный. Шарик. Быстрее, бегом. Меня не шибите так. Когда колокол ударил, где были? Туда и обратно бегом, где были. Бегом, махом. Колокол ударил, что нужно делать? Бежать. Помыть руки, потом помоем. Сейчас молитва у нас. Бежать со всех. Тимоша, шапочку снимай. В следующий раз вот так будешь. Как я надел вот так вот. Ты за ним смотри, вот так ему снимай ее. Поднимать будешь с полу. Уже не, скоро неделя будет. Так, бежать не перестроим. С обратной стороны. Строя. Становись там для мужчины. Так. Вы можете менять. То одна около меня станет, то другая. Потому что вы одинаковые, двойняшки. Правильно будет? А то... Так. В строю не разговаривает. Мы на молитве. Боже, милостив, будь мне грешен. Создав мне, Господи, помилуй меня. Вячеслав, я согрешил, Господи, прости меня, грешен. Помилуй. Больше всех на Тебя, Господи, уповает. Ты даешь им пищу во благовремени и... Отверзаешь и ты щедрую руку твою исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Плохо планишься. Так, за молитву святых, за молитву пречистой Тебе Матери, всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже милости, будь мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Вячеслав, я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй и благослови. Так, я вчера не был. Кто приехал? Все не приехал. Это у нас приехала девочка. Как фамилия? Лобанова. Вы поняли, нет? Лобанова. Еще раз повтори. Лобанова. Лобанова. Ты понял? Лобанова. Лобанова. Так, она была уже здесь. Ее прошу принять свой коллектив. Потому что нам будут приезжать дети не по одному. Дети еще будут приезжать, даже из Канады 30-го приезжает мальчик. Чтобы ни обзывания, ни драк, ни ничего этого не было. За все я накажу. Вот в этой келье жгучей крапивой по заднему месту. А девочкам по ногам. Хорошо слышали? Да. Вот у меня Виху прошлый год ни разу не наказал. Ни разу? Нет. У меня были ребята 7 лет были, ни одного наказания нету. И он когда сказал, я не поверил, с Украины, с Одессы. Я говорю, уже в вагон сидит, он, ну слезь, хоть тебя накажу для виду-то. А он за папу сказал, нет. Девочка одна была, кого наказываешь, ногами не крутить. Она сразу, как только разборка кончилась, она бежит к уставу и считает заново. И она ни разу не нарушила, ноги вместе. Держите пятки, чтобы друг друга касались. Вот вы у нас в лагере оказались. Лагерь очень необычный, вы ставите в 5 утра. Вы вечером можете сказать, маленьким вот разрешается днем там, ну не больше часа. Так, приняли тебя, остановись. Мы встаем в 5 утра. Если вы не высыпаетесь, вы должны поднять руку и сказать, мы встаем в 5 утра, вот день будет убывать, тогда будет пол шестого, потом 6, мы за солнцем идем. То сказать, я не высыпаюсь, мы решим этот вопрос. Значит, не в 9, а в 7:30, но проголосуют. Если хоть один будет, скажет, нет, только в 9, все, вам придется подчиниться. Референдум. На молитве здесь стоим, шапки не надеваем. Понимаете, сколько замечаний надо делать. Слышали?
старшие, которые приглядывают и за младшими, чтобы ничего не нарушали. Вот и которые жерди закрываются, на них не садиться. Там он бум, по которому ходят, без разрешения не ходить. Только разувшие, только сухое время. Три поклона, с разрешения старшего. На башню на эту никому не лазить, не говоря про эту. Вот на этот этаж может разрешить воспитатель. Туда наверх только один я могу разрешать. Я на день сделаем такой, когда полезете, может быть, может быть. Принесу бинокль, и бинокль будем рассматривать окрестности. Так, у нас карасей-то нету, ночью не плывут. Нет, вроде. Надо, чтобы вечером никакого компота, ничего жидкого. Днем не прыгайте высоко где-то там, чтобы на себя не мочиться. И у нас, видите, как уже все это наладилось, идет. Замечаний почти нет никаких. Вчера мы тут разобрались и прочее. Вещи за станом не оставлять. Если покилили где-то и оставили, это считается за станом. Тебе придется брать вещи, бежать вокруг стана. Вот стана три раза вот так махать и кричать, я забываю вещи за станом. А пока ты бегаешь, уже второе будет, тебе первое не попадет. Все просто понятно. Мы учимся жить и души спасать. Это очень серьезно. Я не вижу, у нас кошек еще здесь нету сейчас. Белый, бело-серый приходил. Приходили? Да. То тут мыши могут появиться. Говорят, ежик появился. Ему где-то бы приучить, чтобы он заходил, то молоко ставить. Не на улице, а там внутри. Тут распечатать можно дырку-то вон там. И он в дырочку будет заходить. Молоком приводить его. Чужих котов, ну тут ничего не сделаешь будет. Так, вопросы. Платочки. Ну-ка. Так, платочек. Ну не мудри, иди сюда. У кого нет платочка? Выходи. Так. Что нужно сделать с платочками? Бежать. Бежать, и будешь. Нося лопатки. Вон там тополя, покажи где. И к тополям сбегать, сорвать листочек. Уже не первый день, можно привыкнуть. Ксения, платочек. Она все знает. Так, за стол плохо. Помогите, ложки, чашки. Руководите, вы взрослые, помогайте. Маша, не рисовали. Ты понял? Да. Вот что значит это дети? Родители отдали их. И у каждого свое. Вчера только привозишь человека, и уже родители звонят. Обратите внимание вот на это. У ребенка вот это вот. Очень нехорошее, а очень отрицательное качество. Помогите, он не может избавиться. И тебе кто позвонит? А это вот крохотулька-то, она сейчас будет настоящая женщина потом. Мать. У нее не будет этого недостатка. Она замуж выйдет нормально. Все. Стоило того? Она будет понимать послушание превыше всего. Если муж подкаблучник, тебе командовать надо. Не выходи замуж за него, ты будешь мучиться всю жизнь. Ты такому парню сердце отдай, который, чтобы мужественно был мужик в полном смысле. Не за компьютером только сидеть. Это тоже надо знать. А чтоб ты работать мог. Копать, сеять, жать, шить, уголь добывать. Все, чтоб ты мог делать. Мы детей по-малому научаем. Вот сегодня показали, как грузить. Чтоб полно было быстро туда-сюда, они уже, сейчас он сравнил, аппетит горит. На то, дядя, на свежем воздухе. Понял? Идем. А я вижу лишние косички, а зачем оно у тебя? Это надо обрезать будет. У нас это не положено. Ребятам потом скажешь, сделаешь, а то, во-первых, это запрещается. Священники какое-то оправдание имеют, как будто нету. А тем более, Ларинина, не надо. Смотри, патриарх, у него нету косы. У Алфеева нету, митрополита, посмотри. Это все пошло, ну не знаю, 10 лет даже нету еще. Во времена протопопа Авакума этого не было, панзура была. Почему растрига поп? Растричь, то есть это убрать, подровнять, чтобы не видно было, что он так, у католиков вот, панзура. А это волосы, это женское. Если мужчина растит волосы, это что? Бесчестье, бесчестье. Что тебе надо-то еще? А женщина растит волосы, это для нее честь. Павел, первое послание к Коринфянам. Услышал? Да. Подчиняешься? Нет. Сегодня же обсреди. Вот и все, за стол. Я пойду руки сейчас мыть. Вот это вот. Распечатай, вытащи отсюда. Вытащи. Рядом положи. Вот так. Все, это для ежика. И для кошки. Ну, остальные наши ребята знают, что делать. Подними палатку, пока утащится. Подними, возьми.